Погодное ненастье продолжает вскрывать коммунальные проблемы Улан-Удэ. Из-за обилия осадков подземный переход на левом берегу стал подземным переплавом. Думаю, дальше комментарии тут будут излишни. По словам местных жителей, вода в переходе стоит уже больше месяца. Дорогу приходится переходить окольными путями через грязь и лужи. А для кого сделали подземный переход? Что это? Ни контроля, ничего нет. Ну, если вода прошла, ну, выкачали или что-то, то прямо все не для людей. Я вынуждена вот круговые движения делать и дорогу неправильно переходить. Капитальный ремонт дороги провели в этом году. Однако, по мнению руководителей исполкома Народного фронта Бурятии, есть вероятность того, что ливневые канализации перед работами не прочистили. Они не только забиваются мусором, но и имеют ограниченный объем. Нам бы, конечно, хотелось понимать, все-таки проведены ли были работы на этом участке, потому что, со слов жителей, очень сильно затапливает остановку, остановочный пункт, который имеет тоже отношение к этой дороге. Оттуда вода может поступать, в том числе и в этот подземный переход, и также подтапливать этот участок. После нашего запроса на место оперативно приехал и зампред КГХ по благоустройству. Глубину измерил, ситуацию взял под контроль. По словам Игоря Мункуева, причина затопления – грунтовые воды. Сам пешеходный переход, который находится под землей, он выше находится двух по краям дорог второстепенных. Соответственно, вода оттуда не затекает. Мы оттуда два раза воду откачивали, но снизу грунтовые воды сразу поднимаются. Важно при строительстве объектов, капстроительства, понимать, насколько глубоко залегают грунтовые воды, то есть насколько проблема может быть критична впоследствии. Были ли предусмотрена гидроизоляция? Скорее всего, произошел ее банальный износ. После того, как вода уйдет, мы откачаем, высушим, далее пройдем обследование и запросим деньги на гидроизоляцию снизу. Ну, чтобы вода в случае следующего выхода воды такого не было. Надеемся, что в следующем году мы произведем ремонт. Тем не менее, грунтовая вода или нет, жителям без разницы. Проблема есть, и она пока что доставляет неудобства. Будем следить за развитием событий. Александр Гостев, Артур Звержевич, телекомпания АТВ.